Житель Рязанской области объявлен в розыск. Причина – невыплата алиментов. Всего он задолжал больше полумиллиона. В 2006 году у 40-летнего Андрея Разумова родилась девочка. Однако отец алименты выплачивать не стал. Теперь его суммарный долг составляет 630 тысяч рублей. В отделении судебных приставов по Сасовскому и Петелинскому районам возбуждено исполнительное производство. Должник, зная свои обязанности выплачивать алименты, не исполняет решение суда и уклоняется от уплаты средств на содержание ребенка. В связи с тем, что по месту регистрации, а именно в поселке выше Шацкого района, мужчина не проживает, по последнему известному месту жительства не установлен, на связь с судебными приставами не выходит, по инициативе судебного пристава-исполнителя объявлен в розыск. Управление Федеральной службы судебных приставов региона обратилось за помощью гражданам. Если кто-то обладает информацией о местонахождении мужчины, пусть сообщит дежурную часть ведомства по телефону 29-45-00. Стоит отметить, что в соответствии с федеральным законом от 27 июля 2006 года под номером 152 о персональных данных судебные приставы-исполнители в рамках исполнительных производств по принудительному исполнению судебных актов вправе осуществлять обработку, в том числе распространять биометрические персональные данные без согласия должника. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».